Всем привет! В этом видео я буду шить удлиненную версию платья Vita по выкройке Vicky Souls. Для этого мне потребуется 2 метра 20 сантиметров основной ткани. Расход подкладочной ткани такой же, как и основной – 2 метра 20 сантиметров. Потайная молния длиной 60 сантиметров. 12 крупных пуговиц в цвет ткани. Нитки для основной и подкладочной ткани. 1 метр тонкого трикотажного дублерина. При раскрое передних деталей платья прикладывайте выкройку к лицевой стороне ткани. На это указывает специальная надпись на выкройке. Вырежьте детали платья из основной и подкладочной ткани. Кроме этого, нужно будет еще вырезать некоторые детали из дублерина, такие как обтачку переда и горловины спинки, полосы для дублирования места втачивания молнии, пройм и обработку горловины. С помощью утюга приклейте дублерин к изнаночной стороне деталей, аккуратно не растягивая их. На этом этапе вы должны проклеить обтачку переда, припуск на обработку застежки и припуски пройм, деталь обтачки шлицы и обтачки горловины спинки. Деталь переда и проймы дублируются на расстоянии 1 см от края. Аналогично проклеиваются детали спинки. Участок под молнией проклеивается по припуску. Сложите лицом к лицу центральные детали спинки к боковым деталям спинки. Скалите детали по всему рельефу, совмещая контрольные надсечки. Сметайте и стачайте на швейной машине. Затем обработайте срез на верлоке. Припуски шва заутюжьте в сторону к центру спинки. Припуск среднего шва обметайте на верлоке. Повторите все действия со второй деталью спинки. Детали спинки сложите вместе лицом к лицу по среднему шву, начиная от точки втачивания молнии до линии низа. Сшейте детали закрепками в начале и конце шва. Шов разутюжьте и зафиксируйте деревянным бруском. К открытым срезам приметайте потайную молнию. Обратите внимание на то, чтобы начальные звенья молнии были на одинаковом уровне. Для удобства используйте специальную лапку для втачивания потайных молний. Строчку старайтесь прокладывать как можно ближе к звеньям молнии. Свободные концы тесьмы от молнии пришейте к припускам на расстоянии 2 мм от края. На верлоке обработайте боковые срезы. Сложите и скалите вместе детали переда и правой боковой части переда, совмещая контрольные надсечки по всему рельефу. Затем стачайте на швейной машине и обработайте край на верлоке. Шов затюжьте в сторону центра передней детали. Наложите и приколите булавками обтачку переда к передней детали платья.
Сметайте детали вместе со стороны обтачки. Затем стачайте детали на швейной машине. После отверните припуски шва в сторону обтачки и зафиксируйте их строчкой. Строчка должна проходить по обтачке на расстоянии 2 мм от шва. Для удобства вы можете использовать лапку с ограничителем. Затем отверните обтачку на изнаночную сторону и срежьте до 5 мм продублированный припуск шва притачивания обтачки. Отверните обтачку на лицевую сторону и приутюжьте. Возьмите левую боковую часть переда подкладки и заутюжьте низ на 1 см. Затем снова повторите последнее действие и подверните нижний край на 1 см. На обтачке шлицы по короткому срезу проведите мелом линию, отступив 1 см от края. Аналогично проведите линию, отступив 1 см от вертикального среза. Обтачку шлицы приложите к подготовленной детали подкладки лицом к лицу и скалите булавками. Стачайте детали, делая закрепки в начале и конце строчки. Ножницами рассеките уголок, не доходя 1 мм до строчки. Разверните короткий срез обтачки шлицы и совместите его с деталью подкладки по короткому срезу, а затем стачайте. Срезы обработайте на оверлоке, а затем приутюжьте. Сложите вместе левую боковую часть переда с аналогичной деталью из подкладки. Скалите булавками участки в два этапа. Первый – от плечевого шва до контрольной метки на уровне груди и от контрольной надсечки над разрезом до нижнего края. Затем эти участки сметайте и прошейте на швейной машине. Припуски отверните в сторону подкладки и зафиксируйте их машинной строчкой на расстоянии 2 мм от шва по детали подкладки. Поставьте две рассечки на припуске шва, не доходя до строчки 1 мм, первую над разрезом, вторую под нагрудной меткой. Обработайте с помощью оверлока припуски боковых швов на деталях переда и спинки. Скалите вместе, сметайте и стачайте на швейной машине детали переда и спинки. Шов стачивания сначала приутюжьте, а затем разутюжьте в обе стороны. Припуски среднего шва на деталях подкладки спинки обработайте на оверлоке. Наметайте и стачайте средний шов спинки от метки втачивания молнии до нижнего края. Припуски разутюжьте. Боковые детали спинки стачайте вместе с центральными деталями спинки по срезам рельефа. Припуски обработайте на оверлоке и заутюжьте в сторону среднего шва спинки. Сложите вместе деталь подкладки спинки с подкладкой правой боковой деталью переда. Скалите и сметайте детали по боковому шву, а затем стачайте на швейной машине.
припуски обметайте на оверлоке и заутюжьте в сторону спинки. Аналогично соедините центральную часть переда подкладки с правой боковой деталью спинки. Припуск обметайте и заутюжьте в сторону переда. Сложите левую часть подкладки, соединенную с деталью платья, с деталью подкладки по боковому шву лицом к лицу. Скалите булавками, совмещая контрольные надсечки. Сметайте и проложите соединяющую строчку на швейной машине. Нижний край подкладки сначала заутюжьте на изнаночную сторону на 1 см. Затем снова повторите это действие. Наметайте подвернутый край по всей длине. Зафиксируйте подгиб к низу машинной строчкой на расстоянии 2 мм от сгиба припуска. Сложите вместе деталь подкладки переда и обтачку переда. Скалите булавками со стороны обтачки в два этапа. От плечевого среза до уровня надсечки на груди и от низа детали до надсечки над разрезом. Стачайте детали на швейной машине в два этапа, делая закрепки в начале и конце строчки. На детали левой боковой части переда выправьте рассеченные припуски шва. Сложите нестаченный участок левой боковой части переда вместе с подкладкой с аналогичным нестаченным участком обтачки. Скалите булавками, совмещая контрольные надсечки, и сметайте. Прошейте этот участок на швейной машине, делая закрепки в начале и конце шва. Затем выверните платье на изнаночную сторону. Стаченные детали левой боковой части переда соедините с нестаченной деталью подкладки переда. Скалите булавками этот участок и сшейте на швейной машине. После обработайте припуски на оверлоке. С лицевой стороны подкладки приутюжьте стаченные детали. Выметайте край обтачки по всей длине косыми стежками.
После наложите бумажную выкройку, предварительно срезав или загнув край припуска, поверх смещенного края переда и отметьте с помощью мела места для будущих петель. Обметайте по намеченным линиям петли, но не прорезайте их, эти петли декоративные. Скалите булавкой шлицу на уровне начала шлицы. Выверните подкладку на изнаночную сторону. На детали левой боковой части переда отступите 1 см и проведите мелом горизонтальную линию. Сметайте по намеченной линии детали и проложите строчку на швейной машине с закрепками в начале и конце шва. Нижний край обтачки переда выверните наизнанку и перегните по шву притачивания. Зафиксируйте отогнутую деталь булавками. Затем отметьте мелом 2,5 см на подгибку низа. Аналогичную операцию повторите с обтачкой шлицы. Сметайте отмеченные участки и прошейте на швейной машине. После выверните на лицевую сторону обработанный низ. Низ платья на уровне шлицы выметайте косыми стежками с обеих сторон. По всей длине низа мелом отметьте 5 см от нижнего края. Подогните нижний край на половину отмеченной величины, то есть на 2,5 см. Таким образом нижний край платья будет встык к отмеченной линии. Подгибку низа зафиксируйте вручную потайными стежками. На обтачках спинки обметайте средний шов. Затем скалите обтачки вместе с деталями подкладки лицом к лицу. Стачайте детали со стороны обтачки. На припусках в местах закруглений сделайте надсечки, не доходя 1 мм до шва. После приутюжьте детали с лицевой стороны. Сложите деталь переда и деталь подкладки по линии горловины. Скалите булавками, сметайте и прошейте на швейной машине. На припусках в местах скруглений сделайте надсечки, не доходя 1 мм до шва. Выверните платье на лицевую сторону и приутюжьте горловину, формируя перекан. Вот так это должно выглядеть в готовом виде. Выметайте горловину косыми стежками.
детали спинки сложите с аналогичными деталями из подкладки лицом к лицу и скалите по горловине и припуском пришивания молнии. Единой строчкой притачайте подкладку к платью, начиная от выреза горловины, переходя на средний шов спинки. В местах скруглений сделайте надсечки, не доходя до шва 1 мм. Уголок высеките и выверните платье на лицевую сторону, выправляя углы. Косыми стежками выметайте горловину спинки, формируя перекант, таким же образом, как мы делали на детали переда. Затем приутюжьте горловину. Припуски проймы платья загните внутрь, как показано на видео, и скалите с изнанки на расстояние 1 см от края. Выверните платье наизнанку с заколотыми припусками и скалите булавками пройму по всей длине, совмещая контрольные надсечки. Проложите строчку на швейной машине, а в местах скруглений сделайте надсечки, не доходя до шва 1 мм. Затем выверните платье на лицевую сторону и, формируя перекат, выметайте пройму. Отлетную часть борта переда настрочите по плечевому шву на деталь левой боковой части переда на расстоянии 7 мм от края. Вставьте плечевой срез переда в плечевой срез спинки, загибая припуски вовнутрь, как показано на видео, и зафиксируйте булавками. С изнаночной стороны проложите соединительную строчку, загнув припуски проймы горловины на изделие. Уголки припусков стачивания плечевых швов подрежьте и выверните изделие на лицевую сторону, затем приутюжьте. Заключительным этапом будет пришивание пуговиц. Пришейте их к местам непрорезных петель насквозь, не захватывая подкладку платья. Платье Вита готово! Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока и до новых встреч!